Застиня. И мы решили это уравнение. Всю ночь решал, понимаешь, не можешь. Там дифференциалы не сходятся, интегралы не сходятся, там пока прессы. Активно. Не могу, ну ничего, ну понимаешь. Я сидел, я писал всю бумагу, которая у меня есть. Я не знаю, я ручки списал, мне надо сбегать, мой один пожрать что-то, я не ел трое суток. Вообще мне диплом надо защищать, понимаешь, мне завтра защищать диплом. Ты знаешь, что такое диплом? Вот диплом надо завтра защищать. Нечего делать. Это красный или синий диплом? Мне надо диплом защитить, это уравнение надо решить, понимаешь, без уравнения никак. Уравнение? Надо уравнение, на уравнение все строится. Понимаешь, если не будет доказано, у меня в это повесит, да, меня выгонят. И скажут, что я ничего не знаю, ничего не умею, при этом ничего не знаю, ничего не умею. Все так думают, но никто не знает. Так вот. А ты купил себе серый шеврик, который ты тогда хотел купить? Девушка, какой это? Это уже новая проблема. Жить без ушки рассказывать, не знаю. Короче, там уравнение надо решить, понимаешь? Ты можешь решить уравнение? Уводи его в другую сторону, пока ты подлетайся, Саша. А ты работай, меня! Короче, нам надо дифференциалы с интегралами, понимаешь, там свести, чтобы сосходилась сумма, там, дифференциалы сходят, надо, чтобы сходилась. Ты знаешь, вот, мне кажется, не очень много вышло, правда. Не сходится. Я не могу спать, понимаешь, я закрываю глаза, я вышаю, во сне. Кофе нету, я его выпил. Во всей стране кофе нету, я его выпил, понимаешь, что уравнение надо решить. Такое отдыхать, что уравнение надо решить, понимаешь? Нет, ну знаешь, вот когда выпускные, вот эти вот схемы, там надо, понимаешь, матрица не сходится, матрица. Матрица уравнений, там, интегральная, какие друзья, ты что, дифференциальная, я не знаю, что такое дифференциал. У тебя будет красный диплом? Они сходятся, ну понимаешь, ну никак, ну у меня ручка, у тебя ручка есть? Не писать нечего. Я на компьютере работаю. Давай на компьютере попробуем. Все, спасибо.